Раз мы уж пошли по советским руководителям, есть еще один человек, про которого я не могу не сказать. Дело в том, что когда ему исполнилось 80 лет, меня вызвал главный редактор «Эхо Москвы» и говорит: слушай, коньяку хочешь? Я понимаю, что дело плохо. Я говорю: а что? Осторожно. Он мне говорит: ты пей, пей. Думаю, ну все. Он говорит: а хочешь завтра на работу не приходить? У меня уже все, мороз по коже. Я говорю: ну ладно, что случилось, Алексеевич? Он говорит: у нас, говорит, юбилей Горбачева. Я говорю: и? Он мне говорит: стихи пиши. Дело в том, что Михаил Сергеевич дал лично мне две свободы: свободу слова и свободу выбора. Вот мне лично. Все было. Есть за что корить, но на сегодняшний день эти свободы, которые мы так бездарно просвистели в более позднее время, для меня остались. И я поняла, что... А надо сказать, что ведь у Михаила Сергеевича свои отношения с жанром авторской песни. Много лет назад однажды съемочная группа Мосфильма поехала снимать Ставропольский край. Там был Юрий Иосифович Висбор. И когда съемки закончились, их первый секретарь крайкома пригласил к себе выпить. И когда Висбор вернулся, он сказал: боже, какой классный мужик, и как жалко, что он никогда не будет генеральным секретарем. Фамилия этого мужика была Горбачев. И я честно сейчас скажу страшную вещь, которая пойдет на трансляцию. Мне не очень нравится песня «Висбор». Это моя вкусовщина. Но я понимаю, что «Висбор» — это не только не все про авторскую песню. Поэтому я взяла в союзники Булата Шаловича Акуджаву. И надо сказать, что я сидела с трудом, писала. Вот, мне звонили всякие мои сотрудники, помогали. Не страшно переть напролом за державу родичьим. История нам объяснит, где алмаз, где залом. А все-таки жаль, что нельзя с Михаилом Сергеевичем опять да порушить навеки империю зла. Осколки ее перманентно в сознании болтаются. Вот сколько живу, до сих пор непонятно порой. Легко демократы в среде демократов рождаются. А как прорасти в демократы из политбюро? Я кланяюсь низко прогрессу на свете глобальному. Спрошу потихоньку, покуда не прибыл конвой. Берлинскую стену сломал, хоть была капитальная. Так может быть, он и кремлевскую может того. Тут мне звонит моя коллега Бычкова и говорит: слушай, а ты знаешь, он был в масон? Сказала я. Я радуюсь гласности, только не все рассекретили. Поскольку сама из попивших славянской воды, пускай хоть теперь мне, как жидомасонке, ответит он, что нужно обрезать масону, вступая в ряды. Всеобщее пьянство рождало последствия скверные, что после вполне подтвердил неудавшийся путч. Он вывел нас всех из бараков, а то бы, наверное, мы сами давно бы в них заперлись, выкинув ключ. Давно все кредиты, доверие, власть порастратила. А было бы славно бы, коли бы учла прецедент. Пусть нету страны, и уж нет, слава богу, той партии, но первый был и останется мой президент. Спасибо. А где-то в городе Кливленде мне морду пытались за эту песню набить, но я всегда готова в драку, и пришлось отстаивать Михаила Сергеевича.